Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Атлетико Мадрид, а точнее завершаем ее матчем финала Лиги Чемпионов против Тоттенхэма. Также у нас будут матчи за сборную Италии, но там нужно будет немножко подождать, пока мы еще сделаем отбор. У нас лучший бомбардир Антуан Гризман, 9 голов, Эриксон 6, то есть в принципе Гризман у нас останется лучшим бомбардиром, я думаю, в Лиге Чемпионов. Сомневаюсь, что Эриксон в финале положит 3. Состав на эту игру выглядит следующим образом. Караско, Гризман, Дибала, Сауль, Коке, Эмре Джан, Гая, Хименес, Годин, Беллерин и Ян Облак. Давайте, ребят, наберем не меньше 500 лайков. Усаживайтесь поудобней и приятного просмотра. Погнали! Ну вот и финал. Тоттенхэм, Англия, Атлетико Мадрид, Испания. И на самом деле, мне кажется, что это не самый сильный соперник из всех тех, кто мог нам достаться в финале. Но раз Тоттенхэм дошел до финала, значит, не все так просто с этой командой. И легко нам точно не будет в завоевании титула. Ну и видим сейчас мы, кого обыграл Тоттенхэм. Рому обыграл и другие команды, ну и мы, в принципе, обыгрывали Барселону, что дорогого стоит. Тоттенхэм очень такая компактная, быстрая команда с хорошими исполнителями, с быстрыми перепасовками, очень точными. Ну и вот, конечно же, Эриксон в центре поля такой заводила атак своей команды. Харри Кейн. Машина в нападении. Ну и другие исполнители. Много исполнителей в Тоттенхэме высокого уровня. Быстрые фланги. Фланги Роуз и Уолкер сильно не дадут нам разогнаться. Но сейчас вот Караско пытался найти Сауля впереди. Снова Тоттенхэм с мячом. Снова Эриксон. Сон. Смотрите, как глубоко со своего фланга ушел. И смог прорваться. Эриксон. Опасно было. Ян Облак сразу не зафиксировал мяч. Ой-ой-ой, здесь грубо. Грубо Сон влетает в палу Дибалу и... Ну нет, желтую карточку арбитр показывать не стал. Хотя, на мой взгляд, подкат был грубоват. Сауль. Снова долго, и вот так можно и травму получить. А это офсайд у Харри Кейна? Нет, офсайда не было. Судья не свистнул, и Харри Кейн мог сейчас поражать ворота Яна Облака, но повезло. Подставил там, по-моему, ногу Хименес. Опасно. Ян Облак, красавец. И там Пауло Дибала совсем один. Гризман видит он Сауля. Выход один на один. Сауль. И Льорис спасает. Ну, не совсем один на один. Все-таки на плечи уже Уолкер напрыгивал. Там и Роуз был на подборе. Тяжеловато было Саулю. Но первый момент. Подача углового. И Льорис намертво забирает мяч в руки. Гризман, отлично. Ух, какой выстрел. Это Эмре Джан пробивал. Здорово он так вкладывал корпус после подачи Гризмана. И Льорис на угловой переводит мяч. Но тем не менее, Дибала. Дальний выстрел Дибала и снова Льорис. Пока 0-0. Начинается второй тайм финала Лиги Чемпионов Тоттенхэм Атлетико Мадрид. И по ударам у нас пока чуть-чуть больше было моментов. Но Тоттенхэм весьма опасно атакует на скорости, быстро, технично. И вот сейчас мы просто сами ошиблись. Подача Сона. Ух, вот это момент. Харри Кейн сокрушал каркас наших ворот. А это уже Гая. Гая и Уолкер. Гая слишком сильно разогнался. Пауло Дибала и Роуз. Дибала.
От двух ушел Пауло Дибала, видит в центре Гризмана. И успевают его накрыть. Ну и смотрите, Сон тоже меняется флангами. Здесь здорово, Дибала. Гризман. Удар Гризмана, но свалился мяч с ноги. И с правой Гризман пробивал. Здорово, Пауло Дибала. Снова Эмраджан. Получает по ногам Эмраджан. И судья показывает, что можно играть. Вы серьезно? Ну а это чистый подкат от Гризмана. Разводит руки в сторону тренер Тоттенхэма, но я бы на его месте руки бы спрятал в карманы, потому что когда арбитр не видит вот таких вот нарушений в исполнении его команды, я не знаю, чему он здесь еще недоволен, когда Гризман играет чисто. Беллерин проскочил. Дальний выстрел, но Ян Облак здесь все контролировал. Снова Харри Кейн, который сегодня уже попал по каркасу ворот. Дибала с мячом. Беллерин. Беллерин бьет с такой силой, что Льорис отлетает назад, но спасает свои ворота. И последняя 10-минутка. Роуз и Беллерин. Но здесь Облак. И побыстрее, там Дибала один. Ян Облак с руки выкидывает к центру поля. И Пауло Дибала набирает ход. Удар по воротам, Эмраджан! Ну вот она. Вот она контратака Атлетико Мадрид. И Эмраджан, игравший за Ливерпуль, забивает Тоттенхэму. Ух. Ну и Дибала красавец, конечно. И Ян Облак, как же он выбросил. Дибала с самой ленточки выдает передачу. И здесь Эмраджан стелящимся ударом забивает, возможно, решающий финальный мяч. Ну еще и все, друзья. Думал я, что еще одна атака Тоттенхэма пройдет, но нет. Судья свистит, и на 87-й минуте гол Эмраджана приносит победу в финале нашей команде. Ну и что, мы выиграли чемпионат, мы выиграли Кубок страны, мы выиграли Лигу чемпионов, друзья. Мы сделали все то, что от нас просило руководство. И сейчас капитан команды поднимет кубок над головами своих футболистов. Я надеюсь, друзья, эта карьера вам понравилась. Ставьте побольше пальцев вверх в поддержку, пишите комментарии. Ну а мы с вами, друзья, еще увидимся. С вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и пока-пока.